Всем привет, друзья, с вами Бадди. Продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry Tiles. Это у нас уже третья часть прохождения этой игры. Третья глава, которая вроде называется «Река». Ух, какие там, смотрите, парни. В красных штанишках. Вы чё, ребят? О, как быстро пулеметчика сняли. Но это еще не все, здесь, блин, их дохрена. Что-то мне это напоминает, какая-то карта из мультиплеера, что ли. Фиг его знает. Ну что такое похожее есть? Хотя вряд ли. Ни хрена себе, чувак. Живучий. Костюмы тут у них, конечно, классные. Даже очень. Что-то мы забрали, не успел посмотреть. Ладно. Дальше погнали. Две бомбы даже, ничего себе. Так, ну я уже вижу отметку, то, что мы должны взорвать эту грёбаную дверь. Сейчас посмотрим. О, не получилось даже. Мне теперь туда не попасть. Что это было? Походу. А если здесь? Тоже не получилось, ни хрена себе. Как же нам теперь быть? Что здесь произошло? Столпились ребятишки. Но там у нас еще одни ворота есть. Какого фига он здесь сдохло валяется? Что происходит? Кто тебя убил? Ну такое ощущение, как будто эта карта взята из мультиплеера. Да по-любому. Я уверен в этом. Тут они просто добавили эти. Одежда. Свои задания. Ну, как бы подредактировали все. Мрази. Ну, черт. Что произошло? Выкурить его оттуда. Как же они так резко появляются, блядь?
Есть. Ух, можно выдохнуть. Я нахрен продержался. Как мне туда подняться наверх? Так, погоди, давай. Ой. Ты что, попутал, что ли, там, нет? О! Нет, ну почти же. Ну почти. А, должен был просто взорвать. Тогда понятно все. Тогда все нормуль, все чики-пуки. Все под контролем. Да. Капец какой-то нахер. То снайпер, блядь, то этот. Уебан. Теперь все заново. Ну как скажете, что? Так уж и быть, ладно, перепройду. Все равно не с самого начала прохожу же, правильно? Да даже так, да ты издеваешься. На меня, блядь, наехал, тварь. Паскудина. Все, домой иди нахер. Сейчас до тебя дойдет, падла. Так, я пока не буду туда направляться. Надо с этим местом разобраться. Ни хрена себе здесь. Капец. Сохранение было вроде. Так. Тебя я тоже помню, красавец. О, снайпер был, ничего себе. А, я понял, где он стоит. Сейчас мы к нему поднимемся и убьем. Тварь. Он первее меня оказался. Все заново, да? Тварь, а? Ну, я же на среднем прохожу, что у меня так не получается-то? У меня реалистика есть. Это все из-за долбанных снайперов. У меня. Здесь произошло. Взять этого ублюдка! Эй, друг, ты жив? Погнали.
Чуть не блеванул. А давай-ка я, знаешь, что? Вот так вот наделаем сейчас белок. Ну чё, падла? Тороплюсь, ребят. Куда он пропал? Хера их здесь, блять. Суки. Расплодились. Да, мультиплеерная карта, могу с уверенностью сказать. Спиздили, значит, да? Еще должен что-то взорвать. Понятно. Окей. Ну давай. Че взорвать-то? Ага, вижу. Лестница, лестница, лестница. Есть. Так, где-то что-то еще, да? Вот тут вот. Ладно, похер, он меня все равно не достанет. Говнюк. Здесь постою, спрячусь, постою. Где? Вот и все. Че, дальше поехали? О, да я даже здесь мог проехать, ничего себе. Тропиночки, ни хера себе. Твари. Ну все, меня убили, да? Да, убили. Зря я на машине поехал, конечно. Ну, сохранение было, ничего страшного. Я просто что сделаю? Вот так вот. Так вот проеду. Что по-быстрому, да? И все. Дальше пешком. Oh.
откуда ты, мразь, а? Гнида черноморская. Дай-ка я снайперку заберу. А-а-а, тут вон оно чё. Как же я заметил дорогу-то, блин. Тут видно? Какой хитренький поворот есть. Себя убил, молодец. Но не добил твари. А жаль. Как же вы меня заморали уже. Чё мне с этим местом-то делать. Все тебе пизда, отвечаю. Да как до меня доходит ракетный удар? Грёбаная мразь. Ну просто их там очень много. Да на, подавись, тварь. Давайте так убивай, что ли, все. Как же мне этот снайпер бесит, да, все-таки пополнение. Я назад. Тут хотя бы можно аптечку забрать. Хоть что-то. Нашел я тебя, тварь. Все, добил я. Добил его. Чего? Что происходит? Нихера себе. Нихрена себе. Клёво. Клёво вообще, прям ништяк. Куда-то я попал, еще непонятно куда.
опять ничего не получается, я заново начну. Что-то у меня тут вообще ни хера не получается. Все приходится переигрывать, переигрывать нахер. Да, эта карта уже бесит меня, сука. Это будет долго, нахер. Говноеда. Вроде все. Все чисто нахер. Надо было просто знать каждое местоположение, просто узнать и убить все. Изи. Так, теперь понимаю то, что бессмысленно стрелять в этот вертолет, блин. Да что ж ты будешь делать-то нахер? В воду прыгай. Есть. Только мне кажется, это бессмысленно. Что за бред? Великолепно. Как мне попасть сюда? Вот зря я, конечно, взрываю этот грёбаный вертолет. Не буду этого делать. Зачем я залагал-то, ё-моё? Что за жесть? Так, все, погнали. Теперь я понял, что ничего не надо взорвать. Не хочу летать здесь, блядь. Заебался уже. Это бред полный. Полная бредятина какая-то нахер. Какого хера вообще происходит здесь, блядь? Начинаю себя бесить уже по чуть-чуть. Мрази, а. Thank you.
Мразь, да? Как же не обессись, суки. Все, убил, идем. Я порву тебя в клочья. Ну-ну, давай. Так, я, короче, сюда поднимаюсь. Туда бесполезно идти. Тварь, а? Что зашло? Налей, пока есть время. Какие же вы твари. Эту карту я уже не первый раз прохожу. О, это пулемет, смотри. Причем красный. Серьезно? Но я не вижу все равно там, не видно цвет. Но вижу то, что патроны красные так-то. Но это покажись конец этой главы. Третий. Река, все.